Импровизация, экспрессия, фанк, фьюжн и фолк-мотивы. В 17-й раз стартовал единственный в России передвижной международный фестиваль «Джазовая провинция». Мэтры из 9 стран мира отправились в гастрольный тур по городам России. В этом году их 12. Месяц фестиваля обещает массу впечатлений по обе стороны рампы. А пока мы решили узнать, за что джазмены любят джазовую провинцию. Люблю играть. У меня здесь много настоящих друзей. Хорошие друзья и не только зовут жителей теплых заокеанских городов в холодную российскую осень. Музыкальное единство, абсолют, к которому стремятся джазовые исполнители из разных стран мира. Жизнь — это всегда импровизация, жизнь — это всегда джаз. Никогда не знаем, где окажемся сегодня. Например, я вырос на фьюджн-джазе, а сейчас тяготею к традиционному бразильскому и африканскому. Он в прямом смысле отец джазовой провинции. Детская мечта тогда еще советского музыканта о международном фестивале сбылась. Джазовая провинция — это название вообще-то поклон не столицам Парижу, Москве, Санкт-Петербург. Это поклон Нью-Йорку. На сцене Краснодарского муниципального концертного зала американские гости. Один из наиболее востребованных на сегодняшний день басистов Нью-Йорка – Киприт. Драйвовый ударник Джоэл Тейлор. Жаркое и громкое украшение фестиваля. Ив Корнелиус. Известная нью-йоркская джазовая вокалистка с первых минут зажигает краснодарскую публику. Эти мелодии зрители слышат впервые. На джазовой провинции премьера – альбом «Viva l'Amor», совместный европо-американо-русский проект, некоторые композиции которого в американских хит-парадах на протяжении 3 месяцев входили в тройку лучших. Успех заслужен, если учесть трудности, с которыми джазменам пришлось столкнуться при записи альбома. Сын, сидя на кухне, говорит: «Ты знаешь, что вот Скотт Хендерсон выступает в одном из клубов Москвы, я ему показал песню. И песни ему понравились, он готов их записать. У него есть одна ночь». Вот эта сумасшедшая идея начала работать. Мы часть альбома записали в России, часть в Америке. Мировая звезда Ив Корнелиус 10 лет с удовольствием приезжает на джазовую провинцию. Как признается певица, ради встречи с потрясающими музыкантами со всего мира и ради экспериментов по смешению различных стилей джаза. Из России она вернется с массой впечатлений. «Я люблю Россию. Но когда я 10 лет назад впервые ехала сюда, думала, куда я еду, в Россию? Спустя время страна очень изменилась. Теперь я приезжаю сюда с огромным счастьем и очень люблю этот фестиваль». Краснодар – 4-й город в обширном графике передвижного международного фестиваля «Джазовая провинция». Следующим в списке стоит Подольск.